Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 21 сентября. Память святого апостола Кадрата. Святой апостол Кадрат, один из числа 70, проповедовал Слово Божие в Афинах и в Магнезии, где и был епископом. Свои проповеди многих он привел к свету богоразумия. По слову Сираха, он был как звезда утренняя посреди облаков. Под темными облаками, разумеет, языческое безбожие, чуждое света благочестия. Люди, одержимые им, сидели во тьме и тени смертной. Святой же апостол Кадрат, проповедуя Слово Божие, воссиял перед ними словно великий свет. Он разогнал тьму их окружавшую, уничтожил идольские жертвы, разрушил идолов и своей молитвой разорил бесовские храмы. Как некогда звезда была путеводительницей восточным царям, так и он показал путь ко Христу, и как утренняя звезда ведет за собой солнце, так и он возвещал миру о великом светиле и разогнал мрак, окружавший человеческие души. Но тьма — постоянный враг света. Посему и безбожные еллины видят, что Кадрат разрушает их идолов, изгоняет бесов, искореняет злочестие, воздвигли на святого апостола гонения и бросились на него с камнями, как некогда иудеи на Стефана. Хотя святого Кадрата и закидали камнями, но хранимый Христовой благодатью он остался жив. Тогда его заключили в темницу и долго томили голодом. Нечестивые идолопоклонники лишили естественной пищи того, кто насыщал их души не брашном тленным, но пищей, приводящей в жизнь вечную. Они томили святого голодом, но сами погибали от того голода, о котором Святое Писание говорит, не голод хлеба, но голод слышания слова Господне. Не могли они погубить голодом мужа, всегда подкрепляемого свыше, но сами обрекли себя на вечную смерть. После долгих мучений святой Кадрат умер, но душа его живет в Царстве Небесном и наслаждается райским блаженством. Он окончил подвиг своего страдания при царе Адриане и начал жить вечно перед царем славы Иисусом Христом. С ним он страдал, с ним и прославляется в царстве его. Святое тело его, положенное в Магнезии, источало многие исцеления недужным. Аминь. Слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.